Всем привет, ребята! Я сегодня покажу, как создать такие вот стикеры своими руками. Ну, как бы, то есть, ребята, на телефоне, я же не говорю, то есть, то, что в реале. Вот такие вот, ребят, крутые стикеры. Конечно, некоторые могут быть довольно расплющенными. Ну, это просто. Смотрите, ребята, открываем Emoji Set Stickers. Вам надо скачать это приложение. Emoji Set Stickers. Ждем загрузки. Create new emoji. Нажимаем. Здесь вы можете выбрать любой фон. Я выберу котик. Можете сделать ему слезы. Можете перемещать в любое место. Видите? Смотрите, вы можете поставить вот этот стикер, добавить текст, add text. Возьмем смайлик. Можете вот так вот сделать. Смотрите. Мы уберем. В общем, это вы можете сделать хоть что. Давайте выберу зеленый. Теперь я выберу, чтобы он плакал. Рот. Рот будет такой. Без очков. Вот так вот можете добавить. И вот такие вот руки. Теперь нажимаем на галочку. Окей. Выходим из этого приложения. Заходим в WhatsApp. Открываем стикеры. Вот у нас должен быть теперь такой слой. Смотрите, ребята, результат. Вот наш стикер. Мы его сделали. Есть еще, ребята, подобное приложение. Вот, к примеру, вот такой вот вы можете сейчас сказать. Emoji Matter. Так, для начала выберем наш слой. У нас будет пицца, давайте. Добавим пиццы глазки. Так. Я, пожалуй, бровки не буду добавлять. Можно добавить нос и рот. Такой у нас будет рот. Усы мы не будем убирать. Убирать точнее. Так. И можно выбрать шляпку. Это нужно такой выбрать. Сохранить, сейв, может позже. Теперь попробуем зайти сюда. У меня, ребята, почему-то не сохраняется именно из-за этого приложения.
У вас он должен сохраниться. У меня почему-то так не работает. Ну, вот так вот, ребята. До свидания.